Заявили. Есть. Первым выйдет на помост Владислав Парменов. Мастер спорта из города Дубны, Московской области, Владислав Парменов. Первый подход. Заявка Владислава Парменова 120 кг. Евгений Новиков, Орловская область, второй подход. Спортсмен выступает в категории 94 кг. Заявка Евгения Новикова 120 кг. Последний участник на этот вес Юрий Иванов, Тверская область, второй подход. Удачный подъем. Других участников на этот вес нет. Юрий Иванов, третий подход. Подъем 118 кг веса. Один участник заявил этот вес. Нашиб Савалентинов, город Ульяновск. Первый подход.
Житница Валентина, второй подход. Начальным весом во второй попытке жив и заявляет мне третьего дохода 121 килограмм. Видишь, там не 120 килограмм. Алексей Никитин, мастер спорта, город Люберцы, Московская область. Первый подход. Владислав Парменов готовится. Алексей Никитин заявляет для второго подхода 130 килограмм. Владислав Парменов, второй подход. Заявка Владислава Парменова 123 килограмма. Последний участник на этот вес Евгений Новиков, Орловская область, третий подход. Житница Валентина, Ульяновск, третий подход.
прием неудачный. 123 килограмма. Гражданки. Алексей Никитин сделал перезаявку со 130 килограммов на 131 килограмм. Владислав Парменов, третий подход. Заявка Игоря Медведева, 135 килограмм. Алексей Никитин, второй подход. Thank you.
Игорь Медведев выходит вперед, зафиксировав 133 килограмма и заказывает 135 килограммов. Установите 135 килограммов, готовится Алексей Никитин. Алексей Никитин завершает выступление первого упражнения. Игорь Медведев, третий и заключительный подход в рывке во второй подгруппе. Алексей Сидоров, второй подход.
Подъем засчитан. 90 килограммов для штанги. Владимир Алексутин. Первый подход. Готовится Алексей Сидоров. Подъем засчитан. Заявка Владимира Алексутина 100 килограммов. Алексей Сидоров. Третий. Защита. 100 килограммов пушка. Владимир Алексутин. Второй подход. Подъем защита. 110 килограммов вес штанги.
Владимир Алексутин, третий поклон. Александр Федулов, Тульская область, первый подход. Подъем к защитам. Заявка Александра Федулова, 130 кг. Юрий Иванов, первый подход. Юрий Иванов также заявляет 130 кг для второго подхода, Вешка 125 кг.
Стоянка Юрия Петухова 135 килограммов. Вешна не 130 килограммов. Александр Федулов. Александр Федулов, Тульская область, второй подход. Юрий Иванов, второй подход. Заявка Александра Федулова, 135 килограммов. Удачный подъем. Дима! Других участников на этот пресс нет. Юрий Иванов, третий подход. Подъем засчитан. 135 килограммов установите. Игорь Каранин. Первый подойдешь. Игорь Каранин, первый подход. Подъем засчитан. Заявка Игоря Каранина. 145 килограммов.
Заявка Юрия Петухова, 140 килограммов. И последний участник на этот вес — Александр Федулов, Тульская область, третий подход. Засчитан. 140 килограммов фиштанга. Евгений Новиков, Ростовская область, первый подход. Владислав Парамянов готовится. Заявка Евгения Новикова, 146 килограммов. Владислав Парамянов, первый подход. Спортсмен выступает в категории 105 килограммов. Юрий Петухов готовится. Заявка Владислава Парамянова, 145 килограммов. И последний участник на этот вес — Юрий Петухов, третий подход. Вес штанги — 145 килограммов. Алексей Никитин перезаявил начальный вес со 145 килограммов на 156 килограммов.
145 килограммов. Игорь Гаранин, Обнинск, второй подход. Владислав Парамёнов, третий подход. Поступили две перезаявки от Евгения Новикова. Он решил подойти к штанге весом 150 килограммов, второй попытки. И от Игоря Медведева. Он изменил начальный вес 155 на 157 килограмм. Thank you.
150 килограммов. Евгений Новиков, Орловская область, 2-й округ. Евгений выступает в категории 94 килограмма. Внимание участников следующего потока. Сразу же после выступления спортсменов второй подгруппы первого потока будет ваше представление, а потом награждение. Евгений Новиков, 3-й подход. Подъем неудачный. 156 килограммов для штанга. Три спортсмена супертяжелой весовой категории продолжают выступление. Мастер спорта из Московской области Алексей Никитин. 1-й подход. Заявка Алексея Никитина 160 килограммов для второго подхода. Очень интересная борьба ожидается между Алексеем Никитиным и Игорем Медведевым. Мастер спорта международного класса из города Клина, Московской области, Игорь Медведев. 1-й подход. Thank you.
Входит вперед Игорь Медведев, подняв первый по ходе. На 1 килограмм больше Алексея Никитина. И заявляет для второго подхода 161 килограмм. Вес штанги 160 килограмм. С этого веса вступает в борьбу Нажит Замалетдинов, спортсмен из города Ульяновск. Первый подход. Тактическая борьба. Алексей Никитин заявляет 162 килограмма, а Игорь Медведев 163, Нажит Замалетдинов 170. О, какая интересная ситуация. 162. Еще одна перезаявка. Все, это последняя перезаявка. 165 заявляет Алексей Никитин. И Медведев тоже 165. Установите этот вес. Нажим Замалетдинов. 70 заявил для второго подхода. Нажим Замалетдинов. Рекордсмен России в этой весовой категории в толчке. Рекорд 174 килограмма принадлежит ему. Алексей Никитин. Второй подход. Игорь Медведев. Второй подход. Неудачный подъем, но пока впереди Игорь Медведев. Спортсмены выполнят свои третьи попытки. Алексей Никитин. Третий подход.
Очень хотелось Алексею поднять 165, не получилось. Игорь Медведев, третий подход. Все мы были свидетелями очень интересного поединка в супертяжелой весовой категории и определили.
победители и призеры 17-го Кубка России, возрастная группа 45-49 лет. Весовая категория 62 килограмма. Второе место у Юрия Жаркова, Московская область. Получает сертификацию рекорда, как принято Федерацией Канады.
Старчев. Во втором. Владимирская область. Серебряный призер. Игорь Гаранин. И область. Город Владимир. Спасибо. Категория 105 кг. Третий.
Второе место. Евгений Новиков. И больше всех очков насчитал главный секретарь 378,61 очка Игорю Медведеву. Это пьедестал с победителем и призерами в абсолютном первенстве в возрастной группе 45-40.